Первый в Брестской области инженерно-энергетический класс начнет работу с нового учебного года в Барановичах. Договор о его создании подписали представители филиала «Барановичские тепловые сети» предприятия «Брестэнерго», управление по образованию горисполкома и средней школы номер 9 имени Холостякова, на базе которой планируется реализация проекта. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Кадры решают все, именно от них зависит успех любого предприятия. В современных реалиях за потенциального сотрудника идет конкурентная борьба. Поэтому флагманы региона стараются привлечь и заинтересовать молодежь еще со школьной скамьи. Именно с этой целью и задумано открытие первого инженерно-энергетического класса на Брещине. Наш филиал всегда идет в ногу со временем, а время, как известно, диктует свои правила. Поэтому мы всегда держим руку на пульсе. Мы прилагаем очень много усилий, чтобы устранить какие-то кадровые проблемы. Сегодня это очень важная и основная цель нашего государства. В стенах филиала «Барановичские тепловые сети» подписали трехстороннее соглашение, а 12 учащихся были торжественно приняты в группу инженерно-энергетического класса и получили значки с логотипом предприятия. У нас есть классы и военные, классы есть и спортивные. Сегодня открываем новое уникальное направление в нашей школе – класс инженерный. Но не просто инженерный, а энергетический. И, конечно, мы поблагодарим наши барановичские тепловые сети за такую замечательную инициативу. Бонус для потенциальных сотрудников – экскурсия по предприятию. В рамках профильной программы учащиеся смогут посещать и теплоэлектростанцию. На ее базе предусмотрены факультативы по введению в профессию. Также будущим инженерам предстоит на повышенном уровне изучать физику и математику. Из окон моей школы очень хорошо видно трубу и флаг. Меня заинтересовало, что это за предприятие. Я узнала, что это тепловые сети. И так получилось, так совпало, что на базе нашего класса может образоваться группа энергетиков. И мне очень захотелось побыть в рядах этих участников. Я, как и все старшеклассники, нахожусь на важном этапе в жизни, на этапе выбора профессии, где учиться, работать. И в марте я уже был на этом предприятии, на экскурсии, и очень заинтересовался. К обучению группа инженерно-энергетического класса приступит с начала учебного года. В перспективе планируется расширить класс до 25 человек. Людмила Лагодич, Николай Рудский, телерадиокомпания «Брест».